Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди, на аппарате This War of Mine, The Little Ones. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы продолжаем проходить эту замечательную игру, очень драматичную. И мы должны сейчас побеспокоиться об Антоне, единственном выжившем. Давай, Антон, подкинем дровишек сейчас. Займемся домашними бытовыми делами. Так, дров приготовим, потом покормим тебя. Давай, допустим, 8 штук сделаем. Я эту серию записываю сразу после предыдущей, поэтому я еще в состоянии в таком волнительном, расстроенном очень, прямо нервном. Нас покинула Искорка, нас покинула Катя. Персонажи, которыми я начинал игру, ушли. И сейчас, в общем, я расстроен очень. Реально, эта игра, она давит прям на психику, как я не знаю что. Мало какая игра может похвастаться такими эффектами, таким воздействием на психику человека. Так, может быть, тебе еще подкинуть дровишек? Давай еще одно подложим. Да, сейчас мы тебя покормим, не переживай. Кто-то за дверью. Сейчас, секундочку. Сейчас мы прибежим. Только положим сразу же сюда мясо. Так, Антон, беги сюда. Может быть, это выживший новый? Антон, ты где? Привет, соседушки. Доброго вам дня. Я живу дальше по улице. Я заметил, что вы поселились в этом заброшенном здании. У меня есть новости. Прошлой ночью с самолета сбросили гуманитарную помощь. Большинство контейнеров конфисковали повстанцы, но есть один, который они пропустили. Он приземлился на нейтральной полосе, поэтому подходить к нему опасно. Но под покровом темноты у нас должно получиться. Я покажу вам, где он, если вы поможете мне вынести груз. Договорились? А почему только один вариант ответа? Хотя я бы все равно не согласился бы ни в коем случае, но ничем не могу помочь. Блин, к сожалению, я так надеялся, что это пришел новый выживший к нам. Вот, блин, ну ладно. Сейчас наша задача покормить Антона. Так, овощей у нас нету. Готовь простую вареную еду. Можно было консервы покушать, в принципе. Ладно, в следующий раз скушаем консервы. Так, ну и давай... Ой, нет-нет, не туда. Я хотел еще дров подкинуть. Так, а ну-ка что? С температурой будет слегка болен. Все еще слегка болен. А почему? Давайте, может, ему такое лекарство дадим. Так, 16 градусов, в принципе, нормальная температура. Кстати, я же хотел еще воду растопить. А может, ее нужно здесь через фильтр пропустить или как? Снег, то есть, чтобы перевести в воду. Да, фильтр нужен в любом случае. Один снег даст 4 воды. Фильтр у нас, в принципе, есть. Воды у нас, в принципе, достаточно, но... Даже не знаю. Ну, давайте, давайте сделаем. Никто к нам не придет.
Есть. Он все еще голоден. Давайте дадим ему консерву скушать. Чтобы он себя получше чувствовал, чтобы он выздоровел. Так, слегка болен и печален. Может, ему лекарство все-таки дать? Сильное. Давай, наверное, знаешь что? Ложись, поспи. Ночью, как-никак, придется тебе отправляться на добычу. Кстати, хотелось бы еще снеговика слепить. Но для кого? Я для Искорки хотел слепить. Я к ней привязался, реально, вот, как к персонажу в игре. И к ней, к Кате, к Павлу, к Кристо. Возможно, через несколько дней мы так же само будем привязаны и к Антону. Кто знает. Так, а в принципе, что я вообще хотел еще создать? Я хотел улучшить верстак. Постепенно мы это сделаем, если выживем. Главная задача для нас сейчас просто выжить. С едой у нас все нормально, с водой у нас все нормально. Лишь бы нам хватало топлива. Если нам будет хватать топлива, то мы проживем. Я не думаю, что зима будет очень уж длинная, но максимум там дней 10 еще. Если каждый день тратить по 5 топлива, то это нужно 50 досок потратить, да? Можно даже по 6 тогда тратить. Знаешь что, Антон, ну-ка подкинь сюда еще досточку, даже две. Вот, и ложись, отдыхай еще. У тебя часик еще есть. -18 градусов, это нормально, это вполне нормально. Будем смотреть по обстоятельствам, по доскам. Но, наверное, буду держать на уровне 18 градусов температуру. Так, ночь. Добывать, само собой. Теперь вопрос. Куда мы пойдем добывать? Что у нас на площади? Так, мы можем достать там нужные вещи, если у нас есть что-то на обмен. Немного еды, материалов, огромное количество. То есть досок можно набрать. Оружие. Требуется осторожность. А почему осторожность? Не знаю, но... А здесь что? Материалов огромное количество. Здесь больше всего. Давайте на площадь пойдем. Так, с собой мы брать ничего не будем. У нас и так ячеек очень мало. Поэтому просто отправляемся. Так, торговля продолжается даже во время войны. Надеюсь, это не бандиты, а просто торгаши. Так, пока что берем все. Потом будем смотреть уже, что выкидывать. Некуда. Ну, в принципе, нам они не нужны. Нам доски нужны. Можно выкинуть порох сюда. Так, поторговать можно с кем-то? Пока что вроде как нет. А, стоп, можно. Дерево, да, дерево нужно. У него даже есть топливо. Ну да, автомат, конечно же, Матео нам за просто так не отдаст. Что ему нужно? Патроны для дробовика. Сколько мы сможем топлива получить? А, ничего себе, то есть за патроны топлива? Не. Но я понимаю, что сейчас зима, как бы, и...
Так, понятно. Я понимаю, что зима сейчас. То есть топливо очень дорого. Так, а у тебя что есть? Алкоголь, сигареты нет, не нужно. Аптечки, что ли, здесь? Но здесь подбирать вообще нечего. Я смотрю, здесь только торгаши чисто. Я много попрошу в обмен. Да, я понимаю. Баяна. Будем иметь в виду, что здесь можно приобрести аптечки, бинты, всякие и так далее. Дорого вообще. Понятно. А, стоп, мы можем еще пройти дальше. Я надеюсь, сюда можно проходить. Стоп, кто-то идет. Кто-то ушел. Она заперта, понятно, туда нельзя проходить. Угу. Была бы отмычка, можно было бы попытаться. Ну да, не особо хороший заход у нас сегодня. Так, что мы оставили? Просто взглянем. По-моему, компоненты там и порох был, да? Да, компоненты и порох. Хм. Можно, знаете, как поступить? Сейчас мы сюда выложим, допустим. Но я планирую просто поменять, допустим, компоненты и порох на доски. Допустим, одну доску выложим, возьмем порох. А сколько стоит аптечка? Давайте по-быстренькому сбегаем. Эй, а где? Где продавец? Ты торговал аптечками или кто? А, вот ты. Сколько стоит бин, допустим? Не. А, компоненты ей не нужны. Патроны я ей не дам. Да нет, все, что у нас есть, в любом случае не хватает даже на один бинт. Понятно. Так, а там никто не вышел, дверь не открыл, нет? Ну, сомневаюсь. Запомним, что здесь нужна отмычка и осторожность. Так, давайте мы... Так, ага, компоненты мы не можем ему давать, ему они не нужны. Нет, так не пойдет. Может быть, что-нибудь еще? Просто... Нет. Дружище, мне нечего тебе дожидать. А если... Так, нет, не пойдет. Ну, раз не пойдет, тогда вот так вот. Я не могу нести так много вещей. Ладно, тогда возьмем доской. Договорились. Я... Да что ж такое, почему не влазит-то?
А, мы ж потому что... Понятно. У нас ведь три пороха. Тогда мы один выложим. Так вот. Сделаем. Сейчас ячейка должна будет освободиться. Порох мы ему отдаем весь. Две штуки. Берем доску. Да. Берем оставленную еще одну доску здесь. Так, все, это уже некуда брать. Уходим. Не особо выгодная у нас вылазка получилась, но все же. День 29. Еще 11 дней, ребята, продержаться нужно. Антон явно заболел, ему необходимы лекарства. Да как заболел, я же его лечил постоянно. Беги, лечись давай. Так, эти пилюли должны помочь. Хорошо, топливо подкидывай. Так, еще. Даже давай еще. Там уже полный... Понятно, 6 это полный бак. А что если сделать еще один, а? Ребят, как вы думаете? Если он недорогой, попробуем еще сделать. Печку одну, обогреватель. Давайте сделаем. Где бы ее поставить только? Здесь можно поставить. Или где-то вот тут, допустим. Да и вообще, можно где-нибудь поставить? Вот здесь. Нет. Стоп, показывает вроде, что можно, нет? Так, где ж тебя приспособить-то? Ладно, пускай тут стоит. Ой, суровая, видимо, зима. А нет, повышается температура. Только хотел сказать, что 13 градусов все равно держится. Уже, приходите к нам, пожалуйста. Еще жильцы новые. Я жду вас с распростертыми объятиями. Просто вот надежда вся на вас. Хочется уже пройти до конца игру. Так, уровень, можем ее поднять. Термостат нужен. А что нужно, чтобы его изготовить? Да что ж такое, не можем. К сожалению. Ладно. Кто-то стучит, нет? Показалось. Давай даже еще одно, чтобы... Кто-то за дверью. Кто-то пришел к нам. Возможно, новый жилец. Бегом, Антон. Хотя бы выслушайте меня. Выслушаю с радостью сейчас обязательно. Простите за это вторжение. Мне очень неудобно вас просить, но вы не позволите мне пожить с вами какое-то время. Я не могу пойти домой. Я пыталась жить в своем кабинете, но тут район недавно стал очень опасен. Мне правда некуда идти. Эмилия, само собой, да. Превосходно. Давайте по этому поводу, Антон, снеговика слепишь. Так. Мне интересно, Эмилия, мы можем посмотреть, сколько у тебя ячеек, нет?
Теперь, раз уж мы вместе, я могу вам рассказать про себя и свою семью. Отец был очень практичным человеком. Он всегда напоминал нам о важности финансовой стабильности. Поэтому я стала юристом, как и он, а моя сестра собиралась стать врачом. Когда началась война, у нас было много сбережений на семейном счету. Но вскоре деньги полностью обесценились, банки закрылись, и у нас не было иностранной валюты. В считанные дни мы стали бедняками. Да, ребята, так и бывает. Больна? Да что ж такое? Нет, давай хорошее лекарство уже выпей, чтобы мы тебя не потеряли. Так, и... подложи сюда топливо. Так, Антон чуть-чуть поделал, ему надоело, видимо, да? Ладно, Антон, давай ты ложись спать. Ты ночью все-таки бегал. Так, извиняюсь за посторонние звуки, это... на ноутбуке там рядом стоит. Вебмани развлекается. Так, из досок делаем. Давай, 8. Потом тоже ее положим спать. Интересно, сколько градусов нужно поддерживать, чтобы все были здоровы? Ну, вроде как 18 градусов, 17-18 градусов. Это вполне нормальная температура. Ну да, не лето, конечно, но все же. Даже вот она говорит, что, по крайней мере, тут тепло. Так, давай подкидывай дровишек. И сюда одно. Все, и ложись спать. Посмотрим, сколько у нее будет ячеек. Если у нее больше, чем 8, то будем ей ходить на добычу. Она у нас адвокат, но сейчас это никак не поможет ей. Как и знание математики. Вот если бы инженер был бы, он наверняка смог бы смастерить что-нибудь очень полезная. Когда-то, помню, смотрел программу, по-моему, на Discovery была. Людей там, таких очень умных инженеров и так далее, в общем, мастеров своего дела, отправляли, ну, как сказать, не на остров, но куда-то как бы ограживали их от посторонних. И они должны были там самостоятельно добывать себе пищу, самостоятельно создавать там радио и так далее. Вот из подручных средств, там, помнят, показывали, как люди буквально там из скрепки, бумажки там и деревяшки радио создавали вполне рабочее и так далее. Ребята, может быть, кто-то помнит такую передачу? Скажите, пожалуйста, как она называется? Вот пришло в голову, и так интересно, помню, было. Именно для выживания просто вот такие навыки были бы невероятно полезны. Очень интересно было бы посмотреть снова. Но абсолютно не помню, как называется. Так, осталось совсем чуть-чуть. Да уж, хотелось бы дотянуть. Посмотреть, что будет в конце игры. Но, блин, как жалко искорку. То есть, в любом случае, хороших впечатлений от игры я уже не получу, потому что персонажей, которые мне нравились, я потерял. Так, пойдем мы Эмилией добывать. Антон пускай у нас спит. Теперь вопрос такого плана. Куда мы пойдем? В церковь. Материалов очень много там. Школу. Бомжи в школе. Огромное количество материалов. Давайте в школу мы, ребята, пойдем сейчас. Да, отправляемся в школу. Ничего с собой не берем пока что. Если что, следующий заход возьмем отмычку или что будет нам нужно. Отправляемся. Говорят, что во время бомбежки здесь еще шли занятия. Бедные дети. Действительно, ребята, это очень жестоко. Очень страшно. Так, кто-то есть?
Я думаю, это крысы, а даже если нет, это бомжи. Вот то, что доктор прописал. Да, крыса. Всего лишь одна доска, да что ж такое? Так. Там кто-то был. Бомж, судя по всему. Кстати, бомжи, возможно, опять захотят поменяться. Эта дверь заколочена, то есть с этой стороны ее не открыть. С другой стороны, хорошо. Нам бы лопата здесь не помешала. Тут пусто, да что ж такое? Пока что мы очень мало нашли. Да уж, знал бы я заранее, ребята, взял бы лопату, сделал бы ее, но... Я ж не знал, что тут будет столько завалов. И тут сразу второй. Блин, может... Нужно было наверх сначала сходить. Ладно, давайте сначала наверх сбегаем. Посмотрим, что сверху мы сможем найти. Дайте угадаю, здесь тоже дверь заперта будет, да? Нет, открыто. Но здесь тоже завал. Блин. Но здесь он один, сразу за ним можно что-то взять. Поэтому давайте его разберем. Долго, но пока что у нас время, в принципе, есть. Надеюсь, здесь мы хоть что-нибудь хорошее найдем. Досок, желательно побольше досок. Нам для выживания нужны доски. А если мы найдем медикаменты и бинты, вообще, это будет просто прелесть. Ну, также еще овощи, еда. И все такое. Давай, Эмилия. Кстати, любопытно, влияет не ли на процесс выздоровления то, что мы ночью, вот допустим, пошли на вылазку? То есть, если бы она осталась дома, выздоровела бы она или нет? Есть, завал разобран. Вот, уже хорошо. Так, здесь бомж есть. Либо он ушел куда-то. Он, видимо, спрыгнул, пошел куда-то по своим делам. Так, доски берем. Посмотрим, что здесь есть. Компоненты. Так, спрыгнуть ли нам сюда? Давайте мы побежим лучше и здесь завал разберем быстренько. Останется тогда только один завал. А, мы не можем. Ну, с этой стороны сможем, в принципе. Точнее, смогли бы, если бы она не спрыгнула. Раз уж спрыгнула, посмотрим, что здесь есть. А, нет, стоп, мы здесь были. Доски, компоненты выбрасываем. Берем доски. Сюда мы еще вернемся обязательно. Но пока что давайте завалы разбирать.
пока время есть. Да, наверное, в следующий раз лопату с собой возьмем. Посмотрим, сколько стоит сделать лопату. Если что, то сделаем. Так, нам скоро придется бежать прямо к выходу. Но время по максимуму с пользой будем тратить. Так, еще чуть-чуть. Все, беги к выходу. Бегом. А, ты в обход пойдешь. Можно было залезть там, значит, да? Не знал, бегом. Ой, как далеко бежать, ребята. Ой, как далеко, не успеем. Блин, да что ж за закон подлости. День 30. Привет, посмотрите на все эти вещи. Вот бы каждую ночь так. Антон явно заболел, ему необходимо лекарство. Я его уже напичкал лекарствами, больше не буду. Ну что это такое, я температуру по максимуму уже сделал хорошую. Он все равно заболевает. Лекарствами я его напичкал, он болеет. Как же так, а? Так, мы можем улучшить сразу же печку. Нет, не можем, нам ведь нужно сначала сделать. Понятно. Хотя стоп, ребята, зачем я это делаю? И ладно, давайте сделаем. Так. Да. А по голоду еще более-менее так держится, да? Она слегка больна. Может быть, сегодня еще кто-то придет к нам. Так, отлично. Беги печку улучшать. А, здесь опять нужно было хворост подложить. Так, Антон, я понимаю, что ты дрыхнешь. Ну все же, давай немножко поработай. Потому что Эмилия должна поспать. Так, куда ты? Бери, сказал. Сейчас ляжешь, не переживай. Так, все, иди ложись теперь. Так, Эмилия, а куда все топливо делось, которое мы сюда вложили? Ну-ка, ложись. Отдыхай. Франко пришел. Опа-па-па-па. Сюрприз у него есть для нас. Эмилия, бегом сюда. Понимаю, что только лягла, но что поделать. Давайте исключим сделку. Ну, сомневаюсь, в принципе. У нас особо так нет чего отдать. Так что... Разве что детали пистолета. Оружейные детали оставим пока что. Так, посмотрим. Топливо набрать бы нам у тебя. А, топливо дорогое. Нужно было, ребята, раньше топливо набирать, пока оно было дешевое. Вот оно что. Патрон у нас один всего. Пистолет отдавать я тоже не хочу. Может быть, ему воды дать? Так. У меня игра лагать жестоко начала. Вот сейчас показывает 1 FPS. Красота. А, все, нормально. Нет, не нормально. Что такое? Второй раз игра так начинает глючить. Распространенный. За лекарства много попросит. У нас особо нечего ему дать просто.
Патроны разве что. Не очень интересная вещь. Тушенка ему нужна. Угу. Да что такое? Дорогие лекарства, дорогущие просто до ужаса. Не, так не пойдет. Доски. Может быть, детали взять оружейные? Так, и... Нет, доску уже не дает. Что-нибудь такое еще, чисто в придачу. Жаль, что снег нельзя ему дать. Было бы довольно-таки весело, да? Компонентов уже немного у нас осталось, не хочется давать. Ну, думаю, это нормально, ребята. Вот таким вот образом. Нет, еду оставим, вот, нормально, вот так. Все, спасибо, Франко, что зашел. Кстати, можно даже потеплее сделать, я думаю. Так. Чтобы вообще жара была. Может быть, это реально повлияет на то, что они будут быстрее выздоравливать. Нам нужен новый сожитель. Новый выживший. Желательно с ребенком, все-таки интересно будет. Ну, в принципе, ребята, помните, в начале игры я вам рассказывал, как у меня был первый опыт с этой игрой связанный, как у меня сложились обстоятельства, то есть, что у меня не получилось ее пройти, у меня все разошлись, кто погиб, кто разошелся, кто ушел, кто в депрессию упал и так далее, и сейчас все повторяется, все персонажи, которыми мы начали игру, нас покинули, два погибло, два ушло. Так, а ну-ка встань, подкинь дровишек. Все, ложись снова. Я думаю, раз Франко уже пришел, то больше никто сегодня не придет, точно. Так, а почему не повышается температура? 6,4. Может быть, выше уже сложно повысить? Может, даже по Фаренгейтам смотреть. Ты куда? Ляж, поспи. Это, видимо, нажал я случайно куда-то, и он встал, пошел. Тридцатый день подходит к концу. Три четверти игры пройдено. Еще 10 дней нужно продержаться. Это будет сложно. У нас только два персонажа. Они больны. Нужно надеяться на то, что зима скоро закончится. Опять нужно подкинуть хвороста. Да что ж такое? Хотя ладно, не надо. Температура не упала все равно, поэтому нормально. Давайте досыпайте. Завтра, видимо, кормить вас придется уже.
Чуть-чуть осталось. Отправимся в школу. Ой, я забыл, ребята, посмотреть лопату. Да ладно, руками, если что, разгребем. Так, нет, ты будешь спать у нас, Антон. А Эмилия пойдет добывать. В школу, само собой. Мы всего лишь 5% забрали. Ничего себе, сколько там всего. Ничего не берем с собой, просто идем. Так, давайте, чтобы время не тратить, будем быстренько. Так, разгребай завал. Так, это внизу крыса ведь? Да, похоже на то. Тем более дверь не открывается, значит крыса под дверью пробегает. Так, сверху ничего нет. Зачем тогда этот завал здесь разгребать? Можно ли туда как-то подняться? Может быть, здесь можно подняться? Ну, я думаю, мы еще в школу придем, и не раз. Ресурсов тут должно быть много. Так, хорошо, теперь мы можем здесь быстренько пробегать. Берем доски, компоненты пока что нам не нужны. Так, нам ножовка нужна, здесь может быть что-то хорошее. Так, хорошо. А здесь что-то есть? А, туда мы не выйдем, видимо. Да. Пока что возьмем. Посмотрим, что там. Может быть, бомж все-таки есть какой-то? Запертая дверь. Так, ты кто? Ты бомж или бандит, или кто ты? Вот непонятно. Вот непонятно, ребята. Давайте аккуратненько. Проходи, проходи, проходи. Дверь закрой за собой, пожалуй. Думаю, так будет лучше. Стоп, посмотри сюда. По-моему, это бомжи просто. Мы проверим сейчас. Ну-ка. Так, ничего нам не говорят, хорошо. Ой-ой-ой-ой, я не заметил вот этого товарища. Ой, привет. Не хочешь с нами поторговать? Так, что-то у них тут растет, а ну-ка. А, ножовка нужна. Может быть, там овощи? Закрой. Что у нас тут? О, доски, доски. Ну ладно, мы сюда еще придем. Посмотрим просто, что здесь. В таком случае. Тоже кто-то спит. В общем, можно возвращаться, ребята.
Стоп, а с вами можно поговорить? Может быть, вы захотите поменяться? Нет, не хотят. Да, досок много, это очень хорошо, это меня радует. Опачки. А может быть, здесь лекарства есть? Бинт есть даже, ничего себе! Так, выложим доски, берем бинт. Шестеренки давайте выложим. Возьмем лекарства. Еще доски. Так, а почему это не берется? По два только можно. В принципе, мы в любом случае сюда еще придем. Так что не страшно. Вернемся за этими досками. Ну, уже неплохо. А что здесь? Ну, заперто. Инструменты нужны. Монтировка, видимо, да? Ладно, беги к выходу. Чтобы успеть. А то тут бежать и бежать. Неплохо. Сегодня у нас неплохо. Можно будет даже этими лекарствами накормить Антона и Эмилию. День 31. Отлично, ночь прошла спокойно. Ну что ж, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.